Доброго времени суток. Рад приветствовать вас на канале Миниатюры Диорама. Сегодня мы будем изготавливать обычный сельский забор. Причем не тот забор, который сделан из идеальных, штакетника, а обычный забор из какой-нибудь кривой доски, как бы из того, что было. Для этого я возьму такая вот вещь, у меня есть. Это один слой от фанеры. Ну, шпон, только вот немножко вот такого вот формата. Откуда я его взял? Если у кого-то есть дома или на балконе очень старая мебель советская, то задние стенки там были выполнены из фанеры. И эта фанера, когда она очень долго стоит где-нибудь вот на балконе, во влажном помещении, она начинает расслаиваться. И вот как раз я вот надергал таких вот вещей. И теперь с помощью них делаю для подставочек, то есть основание пеноплекс. А здесь просто обклеена вот эта вот газета, и сверху покрываю морилкой и лак. И получается довольно-таки красивенько, вроде-то свежо. Ну да ладно, сейчас не об этом. Для этого нам понадобится для забора бамбуковые стеки. Такие вот вещи. Продаются они в хозяйственных магазинах. Сейчас я покажу, как это выглядит. Такие вот пакетики. Цена, как видите, 50 рублей за 100 штук. Использовать в моделизме можно вообще везде. То есть это настолько универсальная вещь. Сечение небольшое. В 72-м масштабе можно делать деревья. То есть это полноценный ствол. В 35-м всяческие мосты, заборы, точнее основания для них. Такая вот вещь. Очень дешево, очень полезно в нашем деле. Отрезал 5 сантиметров. 5 сантиметров. Из этих 5 сантиметров сантиметр будет вставляться в основание. И того высота забор 4 сантиметра. То есть я думаю, этого будет достаточно. Приклеил сюда разделенный надвое стек такой бамбуковый. Приклеил. И взял вот нашу фанеру и канцелярским ножом нарезал полосочки. Не было у меня цели сделать это очень ровно, красиво. Мне нужно сделать максимально страшный забор. Старый, обветшалый какой-нибудь. Поэтому нарезал полосочки произвольной формы, толщиной от 2-3 миллиметра, не больше. Сейчас я вот эти вот палочки буду приклеивать сюда на суперклей. Таким вот образом. Расстояние, думаю, тоже будет произвольное. То есть мне не надо, чтобы там было идеально ровно или еще что-то. Вот, где-то сломаю впоследствии. Но сейчас мы это все увидим, в принципе. Поэтому меньше слов, больше дела. Приклеиваю я это все на суперклей момент. Такого. Единственное, надо было бы, конечно, сделать ниппель сюда. Ну да ладно. Думаю, это очень простые манипуляции, это может каждый выполнить. В этом абсолютно нет ничего сложного.
какого формата вышел у нас забор. Сейчас к нему надо будет сделать калитку. Калитка будет у нас длиной 2 сантиметра, шириной 2 сантиметра, высотой 3,5. Берем нашу дощечку. Размечаем нашу 3,5, если мы возьмем. Думаю, будет отлично. То есть 3,5 на 2. Делаем каркас. Итак, 3,5, то есть нам нужно, берем ножницы. Единственное, вот в чем удобство этого материала, то что он спокойно режется ножницами, обрабатывается наждачной бумагой. Вот, 3,5 на 2, 2 нам нужно для каркаса. То есть 2 это будет всего лишь 2 поперечины. Даже смысла нет особо тут размечать. Вот они будут. Наши 2. Вот мы прям отламываем. Сейчас делим это пополам. Одна и вторая. Пожалуйста. 2. А берем наши 3,5. И просто, опять же, такими же произвольными. Единственное, можно сделать 2 потолще. Они будут являться как бы основой. Можно было бы, конечно, использовать стек, опять же, из бамбука. Но я хочу, чтобы у нас калитка была тоже ветшалой, так сказать. Вот такие две доски получается. Они у нас выходят 4 миллиметра. Это где-то в районе 15 сантиметров, да? Итак, берем, собираем наш каркас. То есть обычная, старая, тряхлая. Но единственное, можно сделать даже немножко по-другому. То есть сделать вот эти две поперечины, их выставить вот сюда. Таким образом. Но в этом случае нам надо было делать не 2 сантиметра их, а уже. То есть, если сделать именно коробку, и потом ее уже сделать обрешетчатой. А мы сделаем ее именно вот такого формата. 2 толстые доски это будут у нас с краю, а в центр сделаем подобным образом вот такие небольшие дощечки. Так, крепление, скорее всего, будем делать из жести, имитируя резину. Именно создать ощущение, что она у нас резиновая.
возьмем, нарежем поуже немного полоски. Ну, давайте такого же плана, где-то от 2 мм. 1,5-2 мм, я думаю, этого будет. Потом будем этот забор старить. Кстати, возможно, сзади сейчас сделаю поперечно направляющий еще. Вот. 4. Этого должно быть, наверное, достаточно. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Это чудо калитки. Итак, калитка у нас будет открыта. То есть будет это выглядеть вот так. Калитка будет в открытом положении. Сейчас мы сделаем на нее пару петель. Можно сделать из жести, можно сделать из бумаги. Взял фототравление, ну точнее рамку от фототравления, которая оставалась. И из нее вырезал такие вот две штучки. Сейчас я их подрежу просто ножницами под тот размер, который мне нужен. И все. И будет у нас две резиновые петли. Так что не выкидывайте пустые планки от фототравления. Они нам очень сильно упрощают жизнь. Вот наши чудо-петли. В открытом виде. Сейчас они у нас до конца подсохнут. Мы вот так вот сейчас их крепим. Вот так вот. И открываем нашу калитку наружу. Все, ждем высыхания. Сейчас примерим на основании, как это будет выглядеть. Забор. Итак, калитка будет открыта. Или наружу сделать, или внутрь. Ладно, это не важно. Вот. Подобным образом будет выглядеть наш заборчик. Калитка будет открыта, пока не знаю, куда, внутрь или наружу. Буду решать уже по факту, по месту, так сказать. Забор будет состариваться еще. Поэтому, думаю, это будет в следующем видео. Потому что это видео уже долговато. Вот такие вот выходят у нас сельские постройки. Всем, кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!